Всем привет! Сегодня мы с вами разберем песню «А если это любовь?». Я покажу, как играть аккорды без бары. Давайте приступим прямо сейчас к разбору. Зажимаем каподастр на втором ладу. Первый аккорд у нас ля минор АМ. Второй аккорд H7 или B7. Третий аккорд у нас ЕМ. И последний аккорд это С. Можно играть эту песню, проводя каждый аккорд 4 раза вниз. А можно играть перебором. Это самый простой вариант. 4 раза вниз. Бой. Пятую, третья, вторая, третья, первая, третья, вторая, третья. И так на каждый аккорд. Два раза играется каждый аккорд с этим перебором. H7, пятый бас здесь играется. Ну и далее шестой бас.